Так, ну чё там? 199 ДПС на профи. Ну-ка, интересно, кто чё ловил? Надо посмотреть. Так, ну я колбы словил один раз. И ВБ. Вязкая гадость словил. Сочный. Тоже словил вязкую гадость. Ну это все когда словили, наверное, да? Профессор. Дзири словил. Букля. Букля красавчик не словил. Скиллованный. Анименик словил. Кейн. Красавчик. Нет, словил вязкую. О, про товар в кукле был. Пельмешань колбы. Пельмени не словил. Имя имен. Пельмени и взрыв колбы. Зубраджин. Пельмени словил. Гриллит. Пельмени. Морозок. Тоже пельмени. Экон. Тоже пельмени. Причем два или три. Килая тоже словила. Фонкич. Фонкич нихуя не словил, красава. Алкина. Благодарю. Алкина. Ничего не словил, тоже топчик. Булкин. Сдох от взрыва бомбы, красава. Как ты так умудрился? Так, я даже не дошел до этих колба, уже взорвалось. Бритва. Да, там рейндж взрыва. Ну, некоторые не сталкиваются, не знают, какой рейндж взрыва. Вот ты столкнулся теперь. Я просто шаг сделал вправо в сторону этих колб и сразу сдох. Вот у них рейндж взрыва. Так, я понадеюсь, что все вернулись на разрол. Ваня, колба один чек раз. Чек на присутствие. Сам не ожидал от этого. А колбы там мели многие словили, если не ошибаюсь. Вот скромник не словил. Вот красавчик просто. Вадикон тоже красавчик. Нихуя не словил вообще. Аниманик, присумай меня, пожалуйста. Танку колбы. Там кто-то наступил на колбы и накинулась на милишников, поэтому там... Нет, не так это работает. Никто ни на что не наступает. Они стоят сами по себе. Никто их не активирует. Не придумывай. Ты стоишь в рендже их действия и получаешь. Они стоят 15 секунд, тикают каждые 5 секунд дамаг. И в конце на 15 секунд они взрываются сами по себе. Спасибо. Если ты в ренджу 15 метров от них заходишь, ты получаешь взрыв, ты отлетаешь. Вот Святос, молодец, нихуя не словил. Просто красавчик. Ну вот, так и попал я на эти колы. Особенно, когда красный на мне был. Холи пал, красавчик, ничего не словил. И Хейки красавчик. Вот то красавчик, тут красавчик. Че, разраливать будете? Трэш пока ебанем потихой. Давайте, что там? Еще раз проверяю до присутствия, чтобы ролить. Мне нужно, чтобы хотя бы час трейда было здесь. А в меня оковы кинули. Про товар там. А, про товар АФК. Ну, кидайте это. Оковы, вихри, по-моему, вам. А мне цепи просто. Пока чистим. Кастеры. Вдруг кому надо. Анзири, раз больше желающих нет, давай я тебе отдам. Луну метку на себя поставила. Косты сбивайте тоже. Плечо кожаное надо кому?
Кто-то, по-моему, говорил, что оно ему надо. Биг дэмэдж вар не пришел? Я тут, тут. Печеньки кому-то еще эти нужны, кроме биг дэмэдж вара? Хант, а вы разве не в Т4 бегаете? Отдай ему, если никому не надо, будет заберу чисто тестик Т-10-2. Ну, Вар говорил, ему надо. Ну, Вар, блядь, ты чё, бить чё, хотел, что ли? Это Т4, и всё, Т4. Если кому-то надо, буду играть, если никому не надо, я беру. Хорошо, бегай, мы Вар заберёшь, чтоб на как будешь рядом. Ну, или как бить, закончим. Запы латные над кому? Если из гильды вообще никому не надо, я бы взял. Кстати. Не вижу ролящих. Я правильно на этот на. Ну, пусть он забирает. Хорошо. Зубра, перерыв был 5 минут. Я к концу перерыва раз проверила, чекнула на присутствие, два проверила, чекнула на присутствие. И начала ролить. С тех шмоток, которых меньше всего времени. Ну, трансмок у Стефана уже классный. Травма, народ. С диспельте паука. Морозок. В центр не заходите, стойте здесь. Кольцо танковское, Бигдамедж Вар тоже тебе надо было? Нет, кольцо у меня есть такое. Кто хотел это кольцо? Отморозок? Да, я хотел. Сейчас. Спасибо. Так, ты про товар это знаешь, что тут как? Что у тебя там АФК стоит? Я тут, тут я. Включи там. Так, а вот эта штука нужна кому? Чтобы АФК убралось у тебя. Т4 главное одень. Ну как это сделать? Я бегал, оно сюда автоматически убирало. Короче, ты шаришь, да? Убери, вот открой общение, нажми друзья, нажми вот эту стрелочку, нажми не беспокоить и обратно на зеленую. Включи, чтобы вот этой параши у тебя не было, отсутствует. Во, вот так заебись. Короче, знаешь, как танчить, да? Ты бежишь, на пулы на войда даете рога с хантом, ты не нажимаешь ни таунты, ни хуяунты, нихуя не нажимаешь. Я в курсе, я не вижу. Все, все, красава. Ну, там, короче, на первую взлетку я буду давать незыбку. Гимн будет давать килая на первой взлетке. На второй взлетке у нас будет протовар давать ШВ, холипал сокру и ВБ гимн. Ну там присты знаете, да, на себя антифир. По укусам скажу вам. Ну и самое главное тени и пакты сносить. Тени на край, пакты сносить, центр. Три человека сбегаются. Зубраджин отморозил. Погоди, вот еще буквально пару секунд. Чего они там где? Ваня, дай разролить, выдам я тебе гребаную банку. Что-то еще? А, вот. Кастеры, тапочки. Вкусные тапочки. Так, секунду.
Сейчас я по ЭПГ погляну. По приору оно аниманику уходит. Аниманик, можешь забирать. Что, все или еще что-то? Так, вроде по роллам все. Ваня, дай обмен, я тебе тап, это фласку выдам. Скромник. Ставлю рыбу, все пожрали. На ком сейчас еды нет? Масла фласки обновили. Букля, у тебя масло с флаской закончились. Чекнешь сама там. А то мне аддон другое пишет. Давайте ускоримся немного. Букля, скромник, фласки масла есть? Да, мажу. Третью ауру. Хопал просит, отдайте, пожалуйста. Скромник, третью ауру убери. Она у тебя не прокачана. Ну, я знаю. Ну, все. Ну, коня поставили и все зачем-то. Все, давайте, приготовились. На счет 3 побегу пулять. 1, 2, 3. У нас были ауры прота, а тьмы и конь. Води комнату, шум, или хейки. Да, давай хейки укусишь. Не, хейки далеко, я далеко не укушу. С пактом. Морозок. Сердце то? Да. Похоже на то. Блядь. Да, хуёво. Да, выкинула, блядь. Ребят, кто мне что в личку написал, я не успела увидеть. А, рыбку откатили. Вот гады. Когда будете заходить там, если что, отбегайте назад. А то вдруг босс будет... Не, нет. Это до напула, когда все только были готовы. Все далеко. Ну, хоть фласки не откатили. Отбегайте прямо сюда, вот где трэш стоял. А то вдруг кто-то зайдет возле босса, будет босс с пулицы захуярит нас. Хрена серф лагает. На входе всегда так. Сейчас пару минут. Не, просто я отбежал, и он через 10 секунд поставил рыбу.
Как дебаф называется, когда этот щиток вешает ДЦ? Ослабленная душа. Ослабленная душа. Сочное имя от Зири, отморозок и скромник. Кастанить этот, как его, щиток. На кого? Без разницы. На кого-нибудь из рейда. Ну вон, на Грегори здесь. О, вижу, да. О, все. Ну чё там, где люди-то, алло? Загружаются, наверное. 150 мест на очереди. Отмени очередь, да. Вон. Отмени очередь и заново зайдите, без очереди зайдёшь. Что ты говоришь? А так можно? Отмените, да. Ещё раз? Да, ты без очереди зайдёшь. Делают микроочередь вот, при запуске сервера. Две секунды ждёшь, и без очереди заходишь спокойно. Я так всегда делаю. Сейчас, ну, немножко серв пролагает и начнет нормально пускать. Не знаю, вот эта вот хуйня обновить, это показывает 2620 игроков. Это совсем немного. Имя имен остался и скромник. Да, блядь, больше мусора падает. Тотем сочный кекса. Чат есть у кого-нибудь? Да. Можешь на пушку чарку сделать? Ой, наверное, нету чарки. Ну, хотя бы алкашную. Алкашную? А какую? Ну, блин, гони, пробую, скажу. У меня тут хуйня, в качестве берсерк есть. Ну, берсерка мне на хила не надо. Он линканул. А, ну, блядь, мне не триггер. Такое вот еще есть. Вон там у людей прокачано, у меня хуйня тут. Ну вот кто линканул, сейчас скажу. ЛВБ, вот нормально, не надо. Тут у тебя есть. Сейчас я реги возьму. Имя, имен, скромник, где вы? Да, что-то не пускает. Там скачать надо, да, лаунчер. Да не, не надо, ничего скачивать. Это я сбегу, пока в доллар куплю реги на чарку. Пока народ заходит. Демоническая статуэтка. А нахуя демоническая статуэтка нужна? И призывать кого-то? Кто знает. Одну голды стоит шарик такой оранжевый. Голема. Голема призывать. Угу. Голема. А камень инфернала тогда зачем? Это кто, Лок все призывает? Ну, короче, это для Лока там, я не помню, что конкретно, что, но что-то там призывает. Алла, это этот, это ОЕшка Лока. А демоническая статуэтка, скорее всего, вот этот портал призыва, который призывает большого демона. Который как страж такой, с крыльями, да? Ну, наверное. Там, где нужно 5 человек тыкнуть или около того, типа. Ну что, нормально где, бьет? Где один из тыкающих, да? Умирает? Этот, что ли? Ну, я не знаю. Да, наверное, да. Один умрет из пяти, да? Ну да. Этот, я посмотрела. Вот этот камень демона, это который ауешит и станет. Лока, там 10-минутная, когда вроде. Это сверху зеленый инфернал падает, да? Угу. Как Shadow Fury станет. Это что, вы призываете эту хуйню, что ли? О, так и что, не умер никто? Сумоите, пожалуйста, отморозка. И что, сколько он бьет, интересно? Да он там миллионы бьет, может чуть меньше.
Это... Так, оно живет 15 минут. Дайте шкаф. Ставьте шкаф. Имя, имен, что у тебя там? Блять, не могу тыкнуть из-за этого тотема ебаного. Спасибо. Да, хоть бы проработали эту тему, хоть бы дамажил. Имя, имен, что у тебя там? Да, я пытаюсь зайти, меня что-то не пускают. Типа пароль неверный. Да, как так, блядь? Захожу. Заходишь? Да. Уже, блядь, 10-й раз чиниться подхожу. А это как? Это демон кастует? Типа сам захотел кастанул или как это получилось? Нет, это лок. Ну, типа, да. Нет, ливень он сам может кастануть. Ну там хуёво ливень. Угу. Чё, мы пуляем уже или чё? Да, подходите, чек на пул. Все тут, все зашли. Ну, ладно, давай, а потом зачарю. Так, все готовы? Буклю, скромник, сладкие масла. Не готовы. Как? Блин. Я ж мазал. Откатили, что ли? Похоже на то. Если надо, готова поделиться. Да я готов к рейду. Давайте еще раз. Принимайте готовность. Стоим, чилим. Сочный. Все готовы. На счет три пуляем. Раз, два, три. Фонкич, ну чё ты стоишь? Права к боже. Дашь прескакивай. В хейке улетела. Тени смотрим скоро, стараемся на край вынести. Грилит. Я боком отпущу, не вижу все. Кого укусил? А, укусишь. Бук. Ага. Сбегите. Букля, укусишь хейки. Сочный водикона. На взлет... Я подойду. На взлетке не забудьте дубовые кожи все друиды прожать. Экон. Стой на месте, я подойду. Да не бегай. Чё до вчера там? 20? 20. Факт, быстрее сбегать. Это вот этот правый лужи, потом убегите подальше. Если что, я слева от тебя, Букля. Эту тень сейчас следующего человека захотать, спасти и сдиспелить. Букли, я рядом с тобой бегаю. Тебя сейчас кусать надо будет. Да, здесь, здесь я, здесь, здесь, здесь. Килая на кусай, хуку. Кусай, кусай, кусай. Хорош. Я водит вам укус. Отморозок и ВБ ресы. Сразу баф, щиток по нему. Баф, щиток, быстрее вставай. Я фонки чё укушу. Ну и ВБ, где ты? Декор. Блин, ИВБ. Может, номер еще? Привет. К
Короче, давай, сочный... А он дарит, походу. Хорошо, сочный... Я грилит укушу. Сочный... Я имею мему. Хорошо, в пизду, кусайте сами. Все, да, конечно, думаю... что за детский сад? А, да, все правильно. Просто дают инфу, чтобы не укусить одного. Грилит, стой на месте, я укушу. Самое главное, 8 человек, 8 ДДшников передайте укус. Не превратитесь в вампира. Гера. Нет, какая Гера, ты чё, блядь? Этот... Продавать сейчас? Твиатоса укушу следующим. Вар, на взлетке. На взлетке. Я скажу. Твиатос, находишь меня, когда нужно будет кусать. Я около тебя буду стоять. Давай, готовься, Вар. Вообще, Ваню кто-нибудь кусить уже наконец-то? Да, давай, Шиве. Ты дал на рейд или что, я не могу понять? Ты по себе только дал. Холи Палма сокру. Совы дубовую, спокойствие не, прожмите. На рейд дал. А, все, меня забагало. Все, меня забагало что-то. Захиливаем. Пятос, не вижу тебя рядом со мной. Передайте обязательно укус. Нахуя? Что за хуйня? Вар, блядь. Там на этом, на ком-то была. На ком-то что? Там. Что была, блядь? На Кейне была, на я Кейне забыл. Я понял. Не резнуть имя имен? Да, резай. Чё, Гера идёт? Всё? Сейчас имя имен резнут и дойдем. Вставай. Давай. Сразу. А, там уже дали. Забафайте его, главное, и хуярьте. А Кейн чё, притяжку прожал, что ли, в Вальку? Ой, блядь, в Лану. Да. У нас 30 да. секунд. Адзири. Да вы убиваете. Не, нормально. Мы успели. Вон два ляма осталось. Оу, щит. Блять. Что его проводится? Стена. Ну это что, это вар? Сочный у нас же не надо никому или надо? Нет, танку можешь взять. Танку. Я не знаю, но у меня с камнем 260 или. 260 и с камнем лучше будет. Ну, 64-й с. Как он называется? Зуламана. Нет, у меня 60. Сранит. Жестко. Сложил просто. Завоеватель. У меня компьютер крашнул. Да, ничего страшного. Хорошо, но зато ничего не упало. Палы жрецы Локи надо кому-то вообще мне ролить? На друида роль. Так, и эту чё? Тогда не ролю отдай. Так. Танку. Покоритель. Так, пошли на Синдру чистить. Полчаса есть. С первого ебанем заебись будет. Не ебанем уже завтра. Там кто до лифта добежал, Локи, ставьте шкаф там, суманите, если вниз спустились, чтобы нам лифт не ждать. Че, ЛВБ вылетел, да, или что? Ну, в Диси вроде говорил. Зайдет сейчас, наверное. Просто у него там чарка есть, заебальская, надо чарить пушку. Пускай мне к тебе нельзя резнуть. Встань, зайди в инст. Сейчас суманут. Он и ВБ зашел. Кто сдох, заходите в инст, вас суманем сейчас. Ну, шкаф там внизу поставили, нет? Или вы еще не добежали? Тут шкаф стоит, суманет. Монти, танку, Войда, скромника. Его резнуть нельзя, зайди в инс, скромник. И вы бы сейчас в инс зайдет, тоже его суманите.
Кто там еще? Вставай, наверное. Вероника, вставай. Скромник, вы тут? Ё-моё. Я же говорю, зайдите в инст. Прием. Зайдите в инст, Вероника. Тыкает на сумму. Ты сумоньте Веронику, я ВБ сумоню. И скромника сумоньте. Все, и ВБ сейчас присумонится и пойдем. Все, заходим в центр. Я групп лут поставил там. Сейчас, может, БЕшки выпадут. Так, Вар, что у тебя там? Фрушмот есть? Т4 тоже на синдру надо. Ну ты будешь в конце меня только менять. Фрушмота нету. Голды пока нету, что за фрушмот. Это плохо. Ну смотри там внимательно. Мне сейчас проси зубы. Так, гнев небес там, как обычно. Уберите там пета или что это, или кто-то стоит. Что это за хуйня? Блядь. ЛВБ, что-то зачаришь мне пушку? Рейдите, дам сейчас. А, да, давай, давай. Сила заклинания 4 или что там нахуй? Так. А что, все родят? Да, нажимайте там. Килла и отдадите на это на фласке. А, спасибо. Ну кто получит буешку там с этот. Танку дадите или килая. Лесочному или килая. Этот вар, ты, короче, справа. Я вот здесь, с этой стороны, ты с той стороны. РДДшники, хилы, милики, все уйдите сейчас вот туда, правильно. Вот где сова стоит, звездочку. Мы в центр сведем. Два на полу дадите, и потом будете только уешьте. Ну, скромник там, килай наш. Он мобы пошли. А нас тут нашит. А, вот забрала. Можешь ШВшку отдать, твар. Угу. Медлите, да не подходите, тут смысла нет. Ну если только прожимки у вас есть, смотрите осторожно. Быстрее зауешь, дотки развешу. Мне кажется, тут одна только прожимка спасет бабл и все. Ну они же сейчас били нормально. Ну как-то не странно. Все, в центр возвращайтесь все уже, где жуки вот эти дохлые. Идите сюда все. Один раз ударили. 5 раз морду получили. Идите сюда, Дзири, иди сюда. Большие жуки будут на тебе там останавливаться. Дзири. Центр. Это всю все можете ролить. В обезьяну превращаться, там охуенная тема. Сейчас еще маленькая пачка мелких. Все. Ебать, травма умалишенная просто на весь экран, блядь. Цифра вот нахуй.
Маленькая да удаленькая, да? Пиздец ебашит, как ебанутая. Пошли. Два напула на воида даете. Дадите зубы. Дадите гнев небес. Всю хуйню, короче, фулл ЛЕ. Сейчас приведу всю эту парашу. Ой, стой, подожди, наверное, ходки спадут, потом... Сагришь. Да вроде нет ходок уже. Да еще висят. А. Там щиток какой-то вроде висит и все. Готовьтесь. Изничтожили. К стеночке спиной, чтобы не откидывало. Ну там по Синдре, напоминаю, там на последней фазе в одну точку будем метки ставить, когда в сторону скажут, когда бить, когда не бить. Потом на взлетках Синдры в одну линию вот на ступеньках, внизу ступенек, 5 метров от ступенек ставите 5 меток. Это уже кто-то что-то поставил. Не, не надо. Лишняя параша. И так лагает, блядь. Ну еще больше лагает. Типа охуенно. Чё ты там? Это. Получше стало? Ну, наверное, пойду. Завтра, короче, лич. Синдра, лич или лич. И резко. И ВК еще ебанем. Резко там дело 20 минут. ГВК ебанем. ГВК тоже там 30-40 минут. Плащики залутаем. Чё ДПС слабенький. Андедов нету просто. Угу. Сейчас на конях заезжайте туда наверх лестницы. Буду возле столба танчить. Вот здесь будем танчить. Когда будет дракон умирать, там будет сразу синдра прилетать и дамажить по рейду. Надо будет прохилиться, никому не сдохнуть. Что, мы сразу пуляем, получается, ничего? Нет. Мы отойдем немножко ближе к дверям, только туда внутрь не забегайте. Ну, чтобы вы понимали, где-то примерно сейчас покажу. Где-то вот, сука. А, у меня забагалось, ну ладно, похуй. Короче, в звездочку отойдете немножко назад. Здесь, потому что от двух вот этих колонн между ними стена льда будет. И тотемы уберите уже. Там, которые его на ступеньках. То синдра не отагрится. Все, вот сюда звездочку вставайте в одну, чтобы прохиливать было. Вот к друиду. Здесь прохиливаемся.
Так, ну про товар сопрот. Один. Алкин на каску рибов. Если кто там не поел, ешьте, там что-то делайте, бафайте. А рыбка где есть? Сейчас поставлю. Я поставлю сейчас. Окей. Завтра 16:45 где-то подходите. Там ближе к 17, чтобы стартануть. Я завтра, возможно, буду прям в Припять. Что еще раз? Возможно, буду прям в Припять. 17 я точно буду, но, возможно, появлюсь вот прям. А, ну хорошо. Ну, без тебя все равно не стартанем. Ты ж ДЦшник. Ну, он и ВБшка у вас бегает. Ну, в крайнем случае. Принимайте, и буду запускать сочный. Зубра, маска, фласка масла есть? Все готовы, иду запускать. Знаете, да, когда припод пить? Когда босс немножко зависает на платформе вот этой, над кружком. Готовьтесь. Насчет притяжки там помните, да? Поближе к боссу вставайте, чтобы от притяжки было проще бежать больше времени. Кейн. Ух ты, блядь. Вниз. Меточки вниз. При этой линии друг с другом рейндж не забывайте, вдвоем не бегайте, двойной урон получите, ребята. Вот, молодцы. Справа близко, справа от центральной глыбы. И по склепам дамаг. 5 человек получили урон. Прием по центру падает. Дамажим по склепам. Анку имя, мен по центру ровно падает. Третья, четвертая будет последняя. Намажьте по склепам. Четвертая, последняя падает слева. По склепам full DPS. И в босса. Тяжко будет, скоро готовьтесь. Готовьтесь отбегать. Меточки смотрим, равномерно также ставим. Меточки вниз. Справа близко. Под дамаг сразу по склепам даем. Да, блять. Слева близко. Булкин, резнишь его потом. Так, третья по центру, чуть левее центра. И четвертая, последняя. Слева близко. Прям в крайнем склепе. Пул ДПС под глыбом. Булкин рез и отморозка. И иннер ему сразу.
Заход эти, ага. Каску, лапу, пристабав, все по друиду. МП5. Тяжко будет, скоро готовьтесь отбегать. Беги, малыш, бегаем. Беги. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Один процент. Надо было Геру. Дайте, пожалуйста. Пятая пати. Меточки, спускаемся вниз. Равномерно. Вдвоем не стойте. Вперед выбегите, если места нет. По двойной урон получите. Вот. Справа падает. Близко. Справа близко в кружке. Третья звездочки падает по центру, прямо перед нами. И четвертая, готовьтесь. Четвертая справа, вон в кружке. Отморозок сочного. Ресы. Сразу щиток по нему готовьтесь, чтобы овешка не убила. Все, дамажим. Первую в звезду. Первую в звезду готовьтесь, великий убегать. РДД уже ушли. Глыба секунда. Акина, Алкина остался. Заход от его. Милики ушли. Не заморозьтесь только. Сразу разбиваем. Следующую в звезду. Готовьтесь отбегать, чтобы не заморозиться лишним. Танку. Остальные ушли. Эту глыбу не бить. Смотрим, притяжка будет. Стоим. Стоим, притяжка будет скоро. Все, после притяжки его разобьете, после притяжки. Вар, иди меня, следующую звезду разбивайте. Пельмеш, беги. Вар, отбегите от пельмеша. Пельмеш, стой здесь. Отбегите все быстрее. Все, иду скидывать. Вары захиливаем. Сейчас вар. Ну, все 5 хилов, внимание на вара большое. У него фрешмота нету. Все, скинул, иду менять. Следующую звезду и сразу разбиваем. Иди скидывай. Не заморозьтесь лишний, кто там милики. Чё за хуйня? Хейки сочного ресы. Разбивайте сразу. Следующую звезду и тоже сразу разбивайте. Вар, как скинешь, сразу меняй. Отойдите от метки, отойдите. Ага. Вара хилим. Волну кастуйте. Чё там при... А, на следующую притяжку эту разбиваем. Притяжка сейчас будет. Эту разбиваем, на следующую притяжка будет. Так, иду менять. Скромник, вставай. Все милики ушли, сейчас будет притяжка. Готовимся. Готовимся. Дал незыбку на рейд. Захиливаемся на максимум. Все остальные в сторону, фулл ДПС по боссу. Все остальные в сторону, фулл ДПС по боссу. Вар поменяешь последний раз. Там ШВ отдавай, крик на ХП. Все в сторону, фулл ДПС по боссу. Угу. Я пойду скину один раз. Фулл ДПС по боссу. Так, килла гим на ХП дай. Я ШВ нажму, наверное. Да, нажимай ШВ, да-да-да. Угу. Все, все в сторону, Алкина в сторону. 500 тысяч добивайте. Ага. 28 стаков. Нормально. Сейчас умру. Так. Шикарная шея. На меня падала просто каждая освобожденка на этой гребаной семье. Завоеватель. Надо, нет? На лича мы пойдем или... Алла, жрецы Локи, надо... Не, я не успею сегодня. Надо сейчас уже уйти. Вообще никак. Завтра? Лич с РС и ВК.
танку. Вот, у меня желающих нет, отдай. Да, да, все, отдал. И покоритель. Лич, РС и ВК. Завтра. Да, все. Я бы на ИВК не рассчитывал. Рассчитывайте, потому что там по крайней есть... мере, на фул. Есть, на фул бы не есть, есть, есть блокер там. Ну, да, Нурик, есть же? Что? Держи. Есть. Ну, вот видите, а то... Еще бы знал он, когда стан давать. Так, да, килла я закидываю. Ну, сейчас ты без блокера изи убиваешь. Там КП в говно за энергию. Да, я, кстати, не пробовал без блокера. Надо будет как-нибудь попробовать по фану, если будет время. А хантов хватает с блокером? А это еще и на кого? Ну, это... Роги, ханты такие, агильные. Вары. Даже вар подойдет. Ну, вар не знаю. Ну... Народ, Рога. Мои, кому-нибудь это надо? Мне вообще смысл есть ролить это? Да, Алтин нет. Вроде собирает этого да. Комбата. Смысл вообще от этой шеи, если... Да все шеи берут с острова. Это шея так себе. Короче, танку закинул. Ну, не все хотят делать этот целый месяц квест. Ну, придется. Даже все-таки. Больше, полтора месяца. Какие полтора? 20 дней делается квест. Ага, сейчас дам. Ага. Какие 20? А если делать по 11 квестов каждый день? А ты делаешь квестов? Если делать по одному квесту, то вообще 270 дней к 100. Долго вот. Очень шею делать. Вообще пиздец долго. Да, да, реально долго. 370. Если ты хочешь тупо охоту... Это сейчас 370. Если ты хочешь тупо охоту закрывать, ты не будешь шею делать. Если ты хочешь выжимать из своего класса как можно больше, ты будешь...